Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Motorola H30 Pro. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве включить стабилизацию изображения при видеосъемке. Итак, для этого мы переходим в камеру и далее мы переходим в настройки камеры. Здесь мы выбираем видео и видим здесь стабилизацию. Включаем. И теперь при видеосъемке видео будут более плавные и приятные к просмотру. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.